Друзья, всем привет! Всем привет! Мы едем на авторынок «Зеленый угол». У нас сегодня будет подбор автомобилей. Мы занимаемся, еще раз напомню, подбором автомобилей, осмотром автомобилей перед покупкой. И рассказываем людям об автомобилях. У нас вот такой каналчик. Вот, то есть, напоминаем, да, вы можете попросить просто проверить один автомобиль, а можете попросить найти вам автомобиль. Это разные вещи. И вернемся к авторынку, к ценам. Вот, курсы валют, они скачут, цены не падают, цены только растут. Да, и растут очень сильно. Это уже многие заметили, потому что, ну, реально там машины в цене поднимаются, и поднимаются не по вине продавцов, а по вине того, что все растет, и пошлина растет, и в Японии машины тоже ценник растет, и сейчас еще люди не привыкли к таким ценам, и это происходит не первый раз у нас в истории, это было постоянно, и когда доллар был там по 35 рублей, стал резко по 70, в конце концов, тут уже мы ничего сделать не можем. Да, то есть продавцы здесь ни при чем, не надо называть их там барыгами, то, что они зарабатывают бешеные деньги, там по 200 тысяч на одном автомобиле. Нет, такого нету. Ну и в связи с этим, то, что цены скачут, будем, наверное, почаще сейчас снимать видео именно по ценам, чтобы вы были в курсе цен. И, ну, сейчас мы, если берем какие-то поиски, прям, ну, наверное, с опаской берем, потому что мы должны, когда берем поиск, обговариваются полностью параметры, сумма, какие есть у человека, ну, у заказчика, и какую машину он хочет видеть. Ну, тяжеловато стало искать машины, потому что их очень мало. И все это раскупается быстро, то есть какие-то машины стояли без документов, документы появляются, их тут же покупают. Но я думаю, со временем... Неизвестный абонент. Со временем это все установится. И, конечно, мы надеемся, что все придет в нормальное русло. Вот. Ну и сейчас заодно посмотрим, что у нас с покупателями. Да, вот заехали, первая стояночка. Ну, как бы ходят, смотрят. Ладно, сейчас зайдем на стоянки, посмотрим, что с ценами. Так, ну давайте начнем с филдера. Белый цвет, 17-й год, автомобиль 4 ВД. Ну, сзади здесь немного неудобно подобраться. Кстати, нам его вот буквально когда ехали, записывали. Первый сюжет скинули посмотреть. Машина оказалась хорошая. То есть 4 ВД, обратите внимание, состояние по низу, да, лонжероны, подвеска, стойки. Ржавчины, можно сказать, отсутствуют. Запаски здесь нету, идет ремкомплект. Багажное отделение в довольно хорошем состоянии. Вот автомобиль по кузову целый, не битый, но есть подкрасы. Вот это вот крыло у него крашено, W1. Практически, да, можно сказать, новая летняя резина. Внешний вид тоже все отлично. По салончику в целом состояние тоже у него очень даже неплохое. Вот есть замечания по сиденью пассажира, прокур, но продавец сказал, то, что это все устранит в случае покупки. Аукционный лист. Где аукционы? Аукционного листа нету, но аукционный лист. У меня есть аукционный лист, я открыл. На аукционный лист открыли. Вот он, можешь показать. Где там аукцион? Короче, он бальный, все соответствует. Вот его аукционный лист, 4 балла. Да, 4 балла, 87 тысяч пробег. Ну и вот, собственно, W1, заднее левое крыло. Довольно неплохой экземпляр. Так, по стоимости, представляете, забыл, сколько он стоит. Сейчас я вам скажу, 837 тысяч он стоит. Тоже второй. Ключи в машине были, да. То есть проверку закончили, и автомобиль будет рекомендован к покупке. $87 000. 4 ВД, камера заднего вида. Здесь есть. Я уже сказал об этом, про этот неприятный моментик. Ну и давайте сравним, еще посмотрим. Рядом стоит Axio. Axio стоит. Первая стоит, стоит она 715 тысяч, тоже 17 год. Она идет полторашечная, серого цвета, без литья, тоже на неплохой резине, повторители, лобовое стекло родное, салон идет светлый салон. Нет, аукционик.
Филдер, Аксио, да, салон одинаковый. У Аксио есть багажник, у Филдера тоже есть багажник, только побольше. А, пробег на Аксио 64 тысячи, 715 тысяч, антибукс, айстоп, прикуриватель. Многие прям вот, камера заднего вида, ребят, камера заднего вида здесь есть. Так, и еще одна Аксио, но это уже идет 1.3. 1.3, 17 год. Кстати, я не посмотрел, автомобиль переднеприводный. Кстати, не ржавый, тоже идет в передок. Здесь тоже светлый салон, но мотор 1.3, ага. Аккумуляторы здесь севшие. А, сказали, по-моему, комплектация датчик при столкновении. По-моему, 670 тысяч за 1.3. 670, 660. А, вот эти стоят автомобили тоже. Аксио, белая, черная. Эти уже проданы. А, вид в таком ярко оранжевом цвете с модными накладками попереду, значит, он 15 год, 1.3, а вот здесь цена, кстати, у него указана, цена 639 тысяч за этот автомобиль. Лифт стоит новый, 17 год, белый, ну лифт, конечно, изменился, блин, вообще 1 300 000. Не знаю, сейчас если найдем продавцов, откроем, покажем, что такое лифт. Сервис стоит новенькая, новых стоит. А, гибрид, кстати, вот сегодня взяли поиск такого автомобиля. Данный стоит 1 300 000. 1 300 000, по-моему. Да, у человека бюджет, у подписчиков нашего как раз 1 300 000. Вот с завтрашнего дня начнем потихонечку искать. Ну, люди, вот смотрите, ходят. Как бы есть. Фит оказался пробежный, стоит он 600 тысяч на отдачу, он 14 год, 1.3, но он модный, в хорошей комплектации. Фары у него идут линзованные, здесь вот обратите внимание, такие идут вставки на литье, резина зимняя, но такая уже подубитая, бесключевой доступ. Сзади тоже вот что-то тут такое сделали интересное. К сожалению, он закрыт. Вот смотрите, стоит интересный автомобиль, это Honda Odyssey, таких автомобилей мало. Вот, один мы даже как-то отправляли месяца, может, 3 назад. Привет. Вот, агрессивный такой внешний вид, большая решетка, сразу бросается в глаза. Сколько он стоит, я забыл? 1 520 000. Да, ну и цена как бы такая у него. 1 520 000. Давайте посмотрим, что у него внутри. Ну, это такой, это, блин, полноценный минивэн, корабль. Знаете, вот отделка сразу, ну, не какая-то там максимум, да, я вам так скажу. Сиденья мягкие, подлокотники, места очень много в автомобиле. Три ряда сидений, электродверь. Сзади идут два капитанских кресла. Огромный багажник, шторки, дуйки, печка, мультируль. Сейчас вернемся туда. Третий ряд мы доставать не будем, он прячется. Здесь все по стандарту. Стеклоподъемники, руль идет кожаный, мультируль, сидеть, место. Ну, вот честно, я сел прям, блин, ну, клево сидеть, вообще замечательно. Здесь у нас что-то типа столика, выдвигается два подстаканника, ручник у нас идет ножной, кнопка старт, мультируль. Уже говорил, что? Давайте посмотрим, что там под капотом. Ну, здесь все красиво и замечательно. Почти. Наверное. Масло даже чистое. Видимо, поменяли. Ладно, ну 1 570 000, конечно. 520. А, 520. 1 520 000. Как-то дорого, но автомобиль того стоит. А, CR-V, ну это
Мне последняя сервис 15 год, она 4 воды, 2.4. Кстати, кто смотрел видео, да, про Уссурийск, новые серви, они пошли полуторалитровые. Ну, они идут турбо и 190 лошадиных сил. Никогда бы не подумал бы. Громадное, просто огромное багажное отделение. Запаска есть, домкрат есть. Комфортный, достойный, замечательный автомобиль. Но почему-то вот не везут их, не берут их. Пойдем посмотрим, что по передней части. Тоже есть бесключевой доступ. Пакет какой-то лежит. Ну так, слегка присядем. 180, дисплей, родной монитор. Места много, что могу сказать. Пищалки, солнцезащитные козырьки, зеркала с подсветочкой. Сколько она стоит? 1 520 000. 1 520 000. По лифу так и не нашли. Стоит паса свежая, 515 000, объем двигателя 1 литр. Кстати, она идет на климат-контроле. Стоит Олеон свежий, 4 воды, 2018 год, 1 290 000. Но, блин, круто, конечно. 19 000 пробегу. Без ключевой доступ, без литья, он замена крышки багажника, как говорят. 4 воды, нормальное состояние. Цена космос. Я не знаю, что я беру. За миллион. Опа. Знаете, что мне нравится в этих машинах? Вот это мне нравится. Спать можно. Сидушки обычные, руль, кнопка старт, стоп. Все как было, собственно, все и осталось. Климат. 19 000 пробег. Ну вот эти машины мне вот лично не нравятся. Блин, я вот все, вот видите, тут совсем чуть-чуть осталось. Мы как-то вот, если честно, блин, седаны эти уже не переносим. Напротив стоит Isis, автомобиль 2010 года выпуска, комплектация платана, 775 000. Фары линзованные, штатное литье, довольно интересный цвет. Вот, но за таким цветом нужно ухаживать. Но смотрится шикарно, резина. Выкинуть резину это можно сразу. Камера задняя, ничего, он закрытый. Камера заднего вида есть. Здесь 3 ряда сидений. Кнопка старт. Вот это сиденье у него интересно откидывается, но сейчас мы делать этого не будем. Десятый год, 775 000. Subaru XV, 13 год, 8 месяц, 2-литровая. А сколько вы сказали, она стоит? 1 050 000. 13 год, максималка, подогревы, кожа, все. Слышали, ребят? 1 050 000. 13 год, комплектация максимальная. 1 100 000. Довольно неплохо. Я имею в виду состояние багажника. Кожаный салон. Как-то подозрительно приятно пахнет. Вот японец что сделал, куда вывел прикуриватель. Первый раз вижу такое. Подогревы, вариатор. Вариатор цепной, двигатель 2 литра. Что тут еще есть? Outback, 1 505 000, 15 год. Вот такой мощный автомобиль, 2.5, 4 воды, они все идут, 4 воды. Тоже хорошая комплектация, смотрится, конечно, шикарный автомобиль. Он закрыт. Ну, рядом стоит XV попроще, 1 050 000, серенькая.
Серенькая. Вот примерная трансформация салона, я имею в виду багажного отделения. Посмотрите вот на самую большую стоянку, там, конечно, есть автомобили, но, поверьте, намного меньше. Но отсюда просматривается то, что люди ходят. Сегодня суббота. А вот бэк нам открыли за 1,5 миллиона, даже ключик дали. Даже завести можно, только не пачкай, сказали. Тут коврик лежит, пачкать не будем. Ну, места, конечно, здесь много, очень много места. Вот полный, полнейший вообще мультируль, магнитола. Мультируль даже работает. Ну-ка, посидим-ка мы так. Я, ребята, сейчас сидушка, она отодвинута до конца. Наверное, до конца, сейчас проверим. Да, до конца, так у меня ноги еле дотягиваются до педали. Что тут? Электробагажник, датчики при столкновении, активный круиз-контроль, X-мод, электронный ручник, пробег на автомобиле 65 тысяч. Ну, даже бардачок, смотрите, вот здесь бархатом оббитый. Аукционика нет, и вот здесь тоже. Тоже идет бархат, двойной климат-контроль, подогревы сидений, ну, память сидений. Вот, включил, ну-ка, что там, как японец ездил. Ну-ка, куда сидушка уедет? О, как. Ну, как-то, знаете, в развалочку японец ездил, если честно, на автомобиле. Кожаный руль идет. Так, ну вот так вообще не понять как. Ладно, японцы, это есть японцы. 1 505 000. Открываем капот. Попробуй по весу капот. Он просто, такое ощущение, вот понятно, что алюминиевый, он как из пластика. Он веса вообще не имеет никакого. Ну да, да, согласен. Ну и смотрите тоже состояние подкапотного пространства. Оно не идеальное, но... Да, 2,5 мотор. В общем, достойная. Ладно, что у нас тут еще есть посмотреть? Этот есть. Сейчас я ключик закрою. Господи, забыл, как называется. Mitsubishi RVR, 12-й год, ПТС есть. Мотор 1.8, G комплектация, ксенон, камера. 895 тысяч стоит автомобиль. Но, блин. Ладно, он закрытый. Не нравятся нам эти автомобили почему-то. Мы вас ни в коем случае не отговариваем. Но как-то вот, не то что нам, да, не особо их берут, если честно. Ну, допустим, вот эта стоянка, она такая подзабитая, да, видите то, что много машин. Пойдем еще куда-нибудь пройдемся. Кто-то, видимо, купил форика себе, выезжает. Возьмем автомобиль посерьезнее, Toyota Harrier. 2,5 гибрид, 4,5 балла. Все, он закрыт, и только что же открывали. Пробег 72 тысячи. Ну, мне хорьки как-то, не знаю, ВД у них какое-то неполноценное идет. Место, да, место нормально. Так, ну продавца этого знаем, аукционика нету. Вот, но у него все аукционы чистые. Здесь, смотрите, просто, блин, нереально огромный монитор еще стоит. Круиз-контроль, в общем, все есть. Также стояночка тоже подопустела, все было подзабито, абсолютно все. Стоянка через дорогу всегда была полная, пустеет, но люди тоже есть, тоже ходят. Надо вот как-нибудь, наверное, подойти
к продавцам, да, вот то, что многие, кстати, просят, спрашивают, то, что вдоль дороги продают всякие японские товары. Обязательно это сделаем. Степ-вагон 1 185 000, автомобиль 2017 года. Хорошая резина, красивый цвет. Напоминаю, дверка есть где ломается. Как тут тепло, сейчас, наверное, пойду греться, потому что что-то Серега вообще в шортах сегодня. Не знаю, как он в шортах ходит. Я, он, блин, в кофте замерз уже, он мурашки, волосы дыбом встали. Посидим, погреемся. Столики. Водичку сюда можно поставить. Дверь у нас получается здесь одна, электро идет. Да, одна левая дверь электро. Работает? Работает. Климат-контроль, мультируль, круиз-контроль, подогревы. Подогревы включили, подогревы работают. Дверь можно отключить. Ключик от такого плана. Пробег на автомобиле 82 тысячи. Вся документация есть. Ну, степ-вагон, я вам скажу, такой. Реально клевый семейный автомобиль. 1,5 литра. 150 кобыл здесь, если я не ошибаюсь. Извиняюсь за выражение лошадиных сил. No smoking, не курить, да, 87 тысяч. Говорил о пробеге. 17-й год. Ребят, ну, по рынку походили, ситуацию, я думаю, оценили по автомобилям. Все молчим. Соберем машины, какие сможем, сделаем какие-нибудь тест-драйвы, посмотрим. Короче, сделаем старые разнообразие. Машины, старые машины возьмем и новые машины. Покажем, сравним. Вот, скорее всего, на следующие выходные это сделаем. Ну что, на сегодня все. Всем пока. Работаем, рулю. Всем пока.